Министерство иностранных дел. Наши возможности не безграничны. В заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана сообщается о том, что весь мир борется с новой опасной эпидемией коронавируса COVID-19. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии на глобальном уровне. Правительство Азербайджана предпринимает серьезные меры для предотвращения распространения инфекции COVID-19. Данный процесс непосредственно находится под контролем главы государства. В связи с закрытием сухопутного и воздушного сообщения и временным прекращением полетов организуются специальные чартерные рейсы для возвращения в Азербайджан граждан Азербайджана, находящихся за рубежом и желающих вернуться в страну. Около 10 тысяч наших граждан доставлены в страну чартерными рейсами «Азал» и другими транспортными средствами. Приезжающие из-за рубежа граждане проходят медицинское обследование и помещаются в специальный карантинный режим на 14-21 день за счет государства. Государство мобилизировало все возможности и осуществляет важные и действенные меры для обеспечения здоровья граждан Азербайджана, безопасности нашей страны. Но следует учитывать, что наши возможности не безграничны. Очень важно, чтобы наши граждане, осознавая свою ответственность, выполняли возложенные на них обязательства. В соответствии с рекомендациями ВОЗ мы настоятельно просим наших граждан за рубежом соблюдать правила карантина в странах, где они находятся в настоящее время, говорится в сообщении. Дорогие подписчики, хочу пригласить вас на свой авторский канал AZ20%. Нуждаюсь в ваших подписках и лайках. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Хорошего вам настроения и помните, победа будет за нами!